Мир вам, дорогие братья и сестры, с миром. Некогда волхвы, пришедшие в Иерусалим, сказали: мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. И сегодня наш детский хор, видите, какой торжественный, радостный, они поздравляют также церковь с Рождеством Христовым, и мы вместе с ними будем поклоняться нашему Господу. Помолимся нашему Господу и попросим благословения. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя, Иисус, что Ты родился на земле, что Ты родился, чтобы спасти нас, чтобы, Господь, избавить нас от этого лукавого века, чтобы представить нас пред Отцом Своим Небесным. Мы благодарим, что этот праздник сегодня и в нашем месте, в нашем городе, и в нашей церкви, что радуемся мы вместе с нашими детьми. Господи, слава Тебе за Твое рождение, за Твое смиренное рождение в хлеву, в яслях, Господь. Благослови же нас сегодня не только радоваться, Господи, во глубине наших сердец, но и возвещать эту радость ближним и дальним. Благослови это вечернее собрание, Господь, наших детей, Господи, восхваляющих и прославляющих имя Твое, хор, молящихся Тебе, проповедующих, и прославься в этом собрании наш чудный Бог, рожденный Спаситель, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, мы будем вместе петь гимн общего пения «Тихая ночь». Да прославят Его все уста.
Дорогая Церковь Христова, я приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа, и я от всего сердца хочу поздравить вас с этим праздником Светлого Рождества Христова, который так дорог нашим сердцам. И это действительно замечательно, то, что мы имеем эти праздники. Это особые дни, и в эти дни мы славим Господа по-особому за Его конкретные действия. Как, например, в дни Рождества мы Его будем по-особенному славить за то, что Он пришел в этот мир. Слава Богу за то, что мы имеем эти праздники. И перед молитвой я хотел бы прочитать место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея. Это 2 глава и 10, 11 стих. Евангелие от Матфея, 2 глава, 10, 11 стих. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирн». Если мы будем читать в начале главы, то мы увидим, что здесь речь идет о волхвах, то есть мудрецах, которые пришли с востока и проделали долгий путь. Они взяли с собой дары, они увидели звезду там с востока, и они знали, что эта звезда означала рождение Спасителя, приход в мир Царя, и они хотели пойти поклониться Царю. И вот весь их путь, они проделали этот долгий путь, чтобы поклониться Иисусу Христу. И вот в итоге мы подошли к тому моменту, когда они уже пришли к тому месту, где находился рожденный Спаситель, и они, звезда была уже конкретно над этим местом, и они, мы видим, что они возрадовались радостью весьма великою. И вот они входят в это место, они увидели младенца с Марией, с матерью его, они пали и поклонились Иисусу Христу. И открывают свои сокровища и приносят ему дары – золото, ладан и смирн. И каждый этот дар, он имел особое значение. Но я хотел бы сказать о дарах в общем. То, что они принесли ему дары, они поклонились Иисусу. И они ему принесли дары как царю. Так положено было, так подобало, что царям дарили дары. Соломон дарили много даров, и другим царям дарили также. И вот эти мудрецы, они этим выразили как бы то, что они почитают Иисуса за царя. И уже в младенце Христе, еще в младенце Христе, они уже признали то, что это родился Спаситель. Они видели, они поклонились Иисусу Христу. Вы знаете, эти события, они происходили около 2000 лет тому назад. И сейчас, в наше время, мир, он тоже празднует Рождество Иисуса Христа. Но как это происходит в наше время? Это действительно красивый праздник. Я в Америке не так давно с моей семьей, но мы заметили, что это особенный праздник здесь в Америке. Это праздник, когда все светится рождественскими огнями, когда поются песни, когда люди дарят друг другу подарки, принимают подарки. Вся страна, весь народ приходит в такое движение, все что-то делают, кому-то дарят, что-то делают. Но, к большому сожалению, я также заметил то, что в эти праздничные дни, в этот праздник Рождества Христова, сама личность Христа, сам смысл праздника, сам Христос, Он находится где-то в стороне. И люди что-то празднуют, поют песни о каких-то колокольчиках и все что-то такое, но сам Христос за пределами церкви, люди празднуют это Рождество без Христа. Но слава Господу, то, что мы, дети Его, что мы знаем Господа, и мы знаем суть этого праздника, и мы славим Спасителя в эти дни за то, что Он пришел в этот мир. Мудрецы, они были, я думаю, достаточно богатыми людьми, и они могли себе позволить принести золото, ладан и смирну. Это были самые дорогие подарки, которые могли они подарить. Возможно, они взяли кого-то, как то, чтобы их кто-то охранял, потому что это был долгий путь. Но они принесли эти богатые, дорогие подарки. Друзья, не каждый из нас сейчас может подарить такие подарки, такие дорогие подарки, но я думал о том, какой самый дорогой
И самый важный подарок, который мы можем подарить Иисусу Христу, что же самое дорогое, то, что мы имеем? Какие-то, может быть, финансы или какое-то время, которое мы жертвуем для Господа, какие-то силы, здоровье, да, это хорошо, но это не самое дорогое, то, что мы можем дать Иисусу Христу, родившимся в этот мир. И Слово Божье в притчах, 4 глава, в 23 стихе говорит нам, что больше всего хранимого храни что? Сердце свое, потому что из него источники жизни. Я думаю, что все вы со мной согласитесь, что это то самое дорогое, что у нас есть, и то, что мы имеем, и то, что должно принадлежать Христу. И это то, что каждый человек должен подарить родившемуся и пришедшему в этот мир Спасителю. Это самое является самым дорогим. И наше сердце, оно должно быть чистым, смиренным и сокрушенным. И я думаю, что если оно будет принадлежать Иисусу Христу, то оно будет таковым. Потому что Давид, после того, как он согрешил, он не зря просил Господа, что сердце чистое сотвори во мне, Боже. Потому что он знал, что чистые сердцем Бога узрят. Самое дорогое, что мы имеем в нас, это наше сердце. И после того, когда человек приносит этот дар, свое сердце Иисусу Христу, тогда Бог может назвать этого человека своим. Мы читаем в Евангелии от Матфея, уже на первой странице Евангелия Господь говорит о том, что «Ибо Он спасет людей своих от грехов их». Это говорится о Христе. Он спасет своих, Он пришел для всех, но спасет Он тех, кто действительно подарит Ему этот свой дар, подарит Ему свое сердце, отдаст Ему сердце. И мы уже знаем здесь, что подразумевается под словом «спасет». Под этим словом подразумеваются те страдания, подразумевается Голгофа, те уничижения, которые предстояло перенести Христу. Дорогой друг, в этот праздник Рождества Христова надо задуматься каждому из нас, кому принадлежит наше сердце, действительно ли оно принадлежит Иисусу Христу, этот дар, этот подарок, который должен принадлежать только Ему, потому что только Господь должен иметь этот дар. И это самое важное, наверное, что мы должны, не наверное, а точно, что мы должны сделать в нашей жизни, это отдать наше сердце Богу. Потому что, когда наступят те минуты последнего дыхания, последнего вздоха, когда последняя мысль посетит наш разум, то только от того, кому принадлежит наше сердце, будет зависеть наша вечность. Пусть Господь благословит нас в этом и давайте будем славить Господа в эти праздничные дни, в это служение, за то, что Он пришел на эту землю, и будем Его славить сердцем, которое принадлежит Ему, сердцем, наполненным благодарностью и славой, и радостью, направленным к нашему Господу, за то, что Он сделал для нас. Слава Ему! Будем молиться. Аминь.
слава Тебе, что, Господь, мы знаем Тебя, что Ты пришел и очень многих спас, Господь, в том числе и нас. Дай нам Тебя всегда прославлять за то, что Ты достоин чести, славы, поклонения. Пройди по рядам, освяти нас истиной Твоей святой, ибо Слово Твое есть истина, чтобы была всегда в наших сердцах, чтобы мы могли эти дни в особенности воздать Тебе честь, славу, поклонение и радоваться, что Ты пришел в мир спасти погибшее. Слава державу Богу Отцу, Сыну, Духу Святому. Благодарение Тебе за то, что Ты нас собрал в доме молитвы, чтобы мы, Господи, вспомнили о Твоем Рождестве, о той великой радости, которую возвестил ангел. Она будет всем людям. И что Ты спасешь людей своих от грехов и, Господи, и мое сердце направлено к Тебе. Господи, Духом Святым, Ты посети мое сердце особенно, чтобы радость вечная от Тебя исходящая всегда пребывала. Благослови деток, которые будут восхвалять имя Твое, и уже пели имени Твоим Святым. Благослови нас, взрослых, родителей, дедушек, бабушек. Мы молим о наших внуках, о наших, Господи, правнуках, чтобы они познали Тебя как своего Спасителя и пришли к Тебе в свое время. Во имя Иисуса Христа благослови всех нас. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Отец Небесный, слава и благодарность Тебе в этот час, Господи, за то, что Ты позволяешь собраться для того, чтобы прославить имя Твое Святое. И мы благодарим Тебя и славим за Твой приход в этот мир, Господи, за то, что Ты оставил славу небес, и Ты снизошел на эту грешную землю для того, чтобы спасти нас, Господи. За это мы благодарим и славим Тебя. И просим, Боже, Ты благослови нас в этой жизни, чтобы быть верным Тебе до конца. Ты знаешь, Господи, как много людей не знает Тебя, Боже, но Ты поселись в их сердцах, Ты открой истину свою святую, Господи. Благослови служение, Господи, и всех, кто будет участвовать в нем, и всех, кто пришел на это место, Боже, Ты наполни сердца истиной, Отец Небесный. Слава Тебе за все. Аминь.
Восторги и поздравления со всех сторон несутся. Сегодня день рождения младенца Иисуса. И мы пришли в собрание, наверное, всем ясно, с единственным желанием прославить Бога в ясно. Смирился поразительно Создатель до младенца, что в образе Спасителя родится в нашем сердце. За то, что в Вифлееме Он на путь Голгофе вышел, споем псалом хваления во славу Бога Вышних. Нам нужно пробуждение, откроем двери веры, Христос Твое рождение, начало новой эры. В Тебе приобретение, бессмертное блаженство, сегодня день рождения небесного младенца. Аминь. Аминь. Горит звезда на темном небосклоне. Родился царь, великий царь, и сядет он на троне. В пещере мягче тишина, вокруг его ягнята. О, мир пришел, что человек духовно стал богатым. Пришел с небес великий царь, пред нами умолился, чтоб каждый, кто его принял, мог с Богом примириться. Тишина ночной горит звезда, была ярким светом, Христос его, то нас и царь, хвала ему за это. Аминь. Слушал Лунтик, да во всем.
Высоте небесной славит Бога хор, и напев чудесный огласил простор. Ныне радость людям Бог нас возлюбил, Бог сам будет Сын Иммануил. Многие столетия все поют о том, радостно на свете с Господом Христом. Аминь. Yeah.
в горах, в Вифлеемах и в Давечек, Татища, Спаситель, Сын Божий, предвесть. Привет, цел хор, небожительный день, рождение Христа, оперченный гимн. Вага и осана, рожденному в яслях, он людям подает любовь и согласие. Мир, радость, покой и души обновлень, над грешником бедным от зла избавления. Аминь. Звучит благая весть и светлеет лица. Хорошо нам с вами здесь радостью делиться. Для того рожден Христос, чтобы в мире этом меньше было горя, слез, больше было света. Он родился, чтобы обнять нас любовью вечною, путь на небо указать к жизни бесконечной. И поэтому звучит радостное слово, и скорбящий мир дарит Рождество Христово. Аминь.
вечный сын, дар отца чудесный, мир земной вошел. Ангелы в радостном изумлении, миру вещаю благую весть, чаяние долгих осуществлений, наш Спаситель есть. Поклонись, о чудеса, его вещай, ныне
Братья и сестры, давайте мы все вставши споем «Радуйся, мир, Господь грядет», и потом продолжится наше служение. Thank you.
Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я также от всего сердца поздравляю вас с этим прекрасным праздником, праздником Рождества Христова. И, наверное, очень знаменательно, когда, что в нашей поместной этой церкви празднование началось, праздничные богослужения начались, когда хор «Надежда» начал прославлять нашего Господа Иисуса Христа. И вот прошло это какой-то небольшой промежуток времени, и, как написано в Писании, детские уста сегодня прославляют нашего Господа Иисуса Христа. И это очень прекрасно, что мы знаем нашего Господа Иисуса Христа, что мы знаем, кто Он. И мне хочется вместе с вами прочитать Слово Божие, которое записано, первое это место пророка Исаия, 7 глава, 14 стих. И там записаны такие слова. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». И это пророк Исаия пишет израильскому народу. И написано, как «Служите же дом из Давидов». И вот возвещает Исаия, что будет то время, когда Господь даст знамение, и сидел в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. И похожее место, это записано в Евангелии от Матфея, 1 глава, и 23 стих. И здесь такие же слова. «Сидел в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». И если Исаия пишет израильскому народу, то Матфей, он уже возвещает другое. «Вот дело в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». И это уже относится не только к израильскому народу, это относится ко всему миру. Это относится к тем, которые примут Иисуса Христа, нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Ну, вы знаете, вот когда читаешь, то невольно возникает вопрос, а разве люди, израильский народ, к которому вот и относились эти слова, разве они не знали Бога? Разве они не знали, что есть Бог, и не был он с людьми? Почему же так? В чем же дело? И чтобы ответить на этот вопрос, мы мысленно хочется перенести с вами в одну прекрасную страну, где население было всего, состояло из двух человек. Это Эдем. И Адам и Ева, которые были сотворены Господом, они находились там. Это были безгрешные люди, и там человек всегда был с Богом. Бог разговаривал с ними, и чудное общение с Богом и его творением создавало чарующую обстановку. И в Бытие 3 главе 8 стихом написано: «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». И, братья и сестры, если на минуту представим, действительно, как же прекрасно было им там, как же прекрасно им было иметь вот эти прекрасные отношения с Богом, когда Бог сам, Творец, Создатель, был с ними. И Бог был там, он был, именно вот в этой прохладе дня имел вот эти близкие отношения. Но страшный враг, непослушание, разлучил человека с Богом и заставил человека бежать от лица Божия и скрыться. И так грех разделил человека с Богом. И в Исаии 59 глава 2 стих мы также можем прочитать эти слова. Исаии 59 глава 2 стих. «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Значит, вот это непослушание человека, тех Адама и Евы, когда произошло падение, когда произошло это непослушание, произошло разделение, страшное разделение человека с Богом. Бог оставил их, и грех разделил человека с ним, и Бог стал грозным судьей. Он уже не был тем, кем он был для них там, в этой прохладе дня. Он был судьей и обличителем. И увидев лицо Божие, человек должен был умереть. И в Исходе 33 глава, 20 стих, мы также можем прочитать это, потому что Бог говорит такие слова, 33 глава, 20 стих, он говорит Моисею, и потом сказал ему: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Если только задуматься, что же произошло? Произошла катастрофа, произошло страшное, то, что Бог не мог теперь быть человеком, но милость Божия, она настолько велика, и мы уже сегодня слышали, что действительно милость Божия была велика. И однако Бог не оставил человека никогда наедине с грехом, со врагом душ человеческих. Его любовь непостижима для человека, она
превосходит наше человеческое понимание. Может, мы иногда думаем, что этот человек не заслуживает милости того, другого, но вот Бог, у него совершенно все другое. И вот темной рождественской ночью Бог послал нам дар своей любви и спасения, бережно завернув его в плоть своего собственного Сына Иисуса Христа. Евангелист Иоанн пишет в 3 главе 16 стихом этот прекрасный золотой стих, что Бог послал в мир Сына Своего, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную в нашем Господе Иисусе Христе. И в высочайшей любви неизменный Бог возвращается к человеку. И первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих, мы читаем эти слова. 3 глава, 16 стих, 1 Тимофею. Беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Тот, Эммануил, тот, которого Бог послал в этот мир, Сына Своего, Бог явился во плоти. И это действительно, как здесь повествует Павел, великое благочестие тайна. Сам Бог пришел на эту землю. Для чего? Для того, чтобы стать тем, той жертвы, совершенной жертвы, через которую всякий приходящий бы получал прощение. И он также исполняет это, чтобы человек мог приблизиться и иметь свободный доступ к Богу. И сегодня, дорогие братья и сестры, если мы вот все, находящиеся здесь, знаем нашего Господа Иисуса Христа, знаем как своего Спасителя, и если мы посмотрим то, как мы нашли нашего Господа, наверное, каждый пришел по-разному, разными путями, где-то мы услышали, кто-то нам возвестил, но мы все узнали нашего Господа, мы узнали Его милость и любовь. Мы узнали, что тот великий всемогущий Бог, Творец и Создатель, стал Спасителем. Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. И эта плоть, которую явился Он младенцем. И для чего же Он пришел? Вот именно младенцем. И один говорит, что Бог, когда Он знал наши нужды, знал Он все. Но когда Он пришел в образе младенца, Он познал всю человеческую сущность для того, чтобы нам сострадать как человеком. И это произошло. И как непостижимы пути Божьи для человека. Оставив славу небес, Христос пришел на землю, чтобы взять все грехи человека на себя и самому понести наказание за эти грехи и тем самым удовлетворить требования Божьей справедливости и Божьего суда. Да, нам Слово Божие говорит, что нет прощения без пролития крови. И это, дорогие братья и сестры, это воистину так, потому что наш Иисус Христос, Он пришел сюда, Он знал, что Его ожидало. И вот те волхвы, которые брат упоминал, пришли, они принесли Ему эти дары, золото, ладан и смирно, которые возвещали о том, что же Его ожидало нашего Господа, и Он действительно пришел и принят верою в мире. И почти во всех странах мира есть верные последователи нашего Господа Иисуса Христа. И здесь, в этой стране, тоже уже упоминалось, вот действительно, прекрасно украшены улицы, дома. Но вы знаете, к сожалению, иногда думаешь, вот там написаны такие слова, «Рождество». С Рождеством. Ну каким Рождеством? Часто люди не знают даже с каким Рождеством. Это праздник, они дарят друг другу подарки. Но как упускается вот то имя Господа Иисуса Христа с Рождеством Христовым. Многие не знают этого имени, может кто-то даже отвергает его. Но как наш Господь Иисус Христос на все это смотрит? Он пришел, Он отдал, и Он возвещает, что «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные». Он не выбирает какую-то нацию, Он не выбирает каких-то людей особых, нет. Он пришел, чтобы спасти людей от грехов, их написано. И вот этот маленький Вифлеем, этот маленький иудейский городок, ныне известный всему миру. Почему? Да потому что там наш Иисус Христос был рожден. И взгляни, там в яслях младенец Христос. Он не ушел, он остался здесь. Евангелист Матфей, 28 главе, 20 стихом говорит, «Се я с вами во все дни жизни до скончания века». «Се я с вами». Какое прекрасное обетование. Ведь это говорит нам Бог, Он говорит нам Христос. «Се я с вами». И сегодня, ныне, Он здесь присутствует, Духом Своим Святым. И да, действительно, чтобы слышать нас и помогать нам в наших немощах, если посмотрим в наши сердца, есть ли там место нашему Господу Иисусу Христу? Или как в гостинице, тогда, когда пришли Иосиф и Мария, они не могли найти места. Может быть, и в наших сердцах каких-то нет места нашему Господу Иисусу Христу. Может быть, кто-то
ищет нашего Господа Иисуса Христа как ирода, чтобы убить Его, нашего Иисуса, в своем сердце. И почему оттого, может быть, оно пусто? Оттого там нету радости, нет утешения, нет успокоения, потому что не родился Иисус Христос. Но Он хочет родиться в каждом сердце, и нужно только принять Его и ответить на Его нежный стук в сердце. Все стою у двери и стучу. И Он стучит не набатом каким-то, Он стучит нежно. И этот стук всегда раздается в каждого, у каждого сердца. И только нужно открыть и пригласить нашего Господа Иисуса Христа. И с нами Бог, с Его учениками, как с Фомой, как с Его сомнениями. Но Господь сказал ему: «Фома, здесь я», с Петром, который когда-то отрекся, но Христос не осудил его. Он знал каждое человеческое сердце, с Павлом, полным ожесточения, с плачущей Марией, там у Голгофского креста, и с каждым верующим в Него и любящим Его. Наш Спаситель здесь, Он с нами, Он в каждом сердце находится, только не отвергать Его и не открыть свое сердце для Него. И сегодня звучат вот эти прекрасные слова: «Родился Христос, Сын дан вам». И вот эти слова, которые записал евангелист Матфей, они снова и снова возвещают миру: «Си дева в чреве примет, родит сына, нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Это совершилось той темной ночью, рождественской ночью, когда в этот мир пришел наш Господь Иисус Христос. Слава Ему вовеки. Аминь. Помолимся. Наш любящий, великий, всемогущий Бог, Отец нашего Господа Иисуса Христа, мы преклонились пред Твоим величием в этот час с благодарностью за Слово Твое. Мы благодарны Тебе, Иисус, что Ты был послушен Своему Небесному Отцу и, оставив славу небес, пришел на эту грехом обремененную землю. Ты пришел для того, чтобы спасти погибших, чтобы, Господь, явить милостью величие Свое, Господи. И мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты, Господи, взял грехи мира на Себя. Ты взял грехи всякого приходящего к Тебе в молитве покаяния. И благодарность, Господь, за Церковь Твою, которая возвещает о том, что Ты пришел. И вот в эти праздничные дни мы просим Тебя, Ты благослови Церковь Твою, Ты благослови каждую душу, каждого, который еще не знает Тебя как своего Спасителя, Духом Святым коснись их сердец. Помоги, Господь, чтобы Ты родился и в их сердца, чтобы они ответили на Твой нежный призыв. Благослови, Господь, дальнейшее служение Тебе за все славу и поклонение. Аминь.
первенцу, и спеленала его, и положила его в ясли, во что не было и места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господний, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, человека благоволение!» И когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Дорогие братья и сестры, я не ошибусь, если мы скажем слава Господу за наших деток, которые так чудесно сегодня прославляли имя Спасителя. У наших детей будет еще свое общение, мы продолжим изучать Слово Божие. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы попросили Божьего благословения на разбор и благословили наших детей. Мы от всей души благодарим вас, дорогая молодежь, Юля, все, кто занимается с детками, пусть воздаст вам Бог. Давайте мы, вставшие, помолимся Господу. Отец Небесный, мы от всей души благодарим Тебя за это радостное праздничное настроение в наших сердцах, Господи, в нашем доме молитвы, когда мы сегодня были свидетелями той радости, когда вот детки, самые маленькие детки нашей церкви, так просто, прославляли Тебя от чистого сердца, из чистых детских сердечек. Благодарность Тебе, Господь, за то, что мы были свидетелями этих благословений. Господи, пусть каждое сердечко детское возрастает в Твою благодать, и благослови каждого из них, Господи, даруй здоровье, пусть охрана Твоя Божественная будет всегда над ними. Господь, даруй им возрастать в благодати, храни их от всего недоброго, греховного, чтобы они были послушны, Господь, родителям своим, чтобы они хорошо учились, Господь милосердный, доверяем Твою пастырские святые руки, каждую жизнь, каждую судьбу, которая известна Тебе совершенно. Также от всей души благодарим Тебя за наших дорогих сестер и братьев, которые занимаются с этими маленькими детками, и им воздай за их жертвенный, бескорыстный труд. Господь, благослови и там, где детки будут находиться, им их порадоваться в общении с друг с другом, Господь, прославляя Тебя, нашего Господа, и благодаря за все земные блага, которые мы здесь имеем в этой стране. Также, Господь, продолжи наше общение со Словом Твоим Святым, открой наш ум к разумению Писания, Господь, даруй нам в духе кротости, смирения, Господь, преподавать Твое святое божественное Слово, да светится имя Твое, наш вечный Бог. Аминь. Итак, пусть Бог благословит вас, дорогие детки, Господом. У них будет там на втором этаже небольшой такой праздничный, скажем так, стол. Им приготовили, пусть они порадуются в общении друг с другом. А мы продолжим, дорогие братья и сестры, изучать послание к римлянам. В этом году у нас будет последний библейский час, потому что следующий четверг у нас уже будет Рождество Христово, потом пойдет неделя молитв, вот у нас будет где-то две недели, может быть, перерыва. Для меня особенно отрадно вот в эти праздничные дни, когда люди отмечают приход в мир Спасителя, это главная цель прихода на землю Иисуса Христа, который был определен Богом в плане, еще задолго до появления Вселенной, план искупления. И, братья и сестры, это глубоко продуманный план самим Богом.
Ни в коем случае мы не должны подумать, что вот, вот так получилось, что Бог посадил, поместил человека в Эдемский сад, и вдруг сбой произошел. Змей хитростью обольстил Еву. Нет, братья и сестры, это все было, каждый шаг Богом продуман. Каждый момент в истории человечества все это продумано. И приход в мир Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, это был Божий план спасения рода человеческого. Это был план Его любви к нам. Вы знаете, когда мы читаем с вами книгу Ниневии, там 8 глава, 8 стих написано так. «И читали из книги, из закона Божия внятно и присовокупляли толкование». Это очень важная часть служения, братья и сестры. Читая Слово Божие, присоединяли толкование священники, левиты. Но я вот, знаете, подумал... Вот такое простое, но важное евангельское слово, записанное в послании к римлянам. Но как нам иногда трудно ее читать? Просто трудно понимать некоторые стихи Священного Писания. Почему? Вы думаете, я полагаю, что люди не глупые жили во время апостола Павла, да? В чем-то они превосходили нас, да? Не глупые люди, братья и сестры, и особенно народ Божий, они и знали хорошо грамоту, их еще в синагоге начинали учить закон Божий. Вот. Но вот такие простые вещи, как бы для, писал апостол Павел очень просто. Людям, которые еще не слышали ни одного апостола, ни одного закончившего духовную семинарию не слышали. И он пишет это простое послание, друзья, и как сегодня его сложно читать. Мы иногда закрываем, как это так понимать эти вещи. Бедный я человек, апостол Павел изрекает, то избавит меня от всего тела смерти. Павел, неужели ты грешник? И, братья и сестры, я хочу... Насколько упростить? Во-первых, для себя, для вас, чтобы вы полюбили эти стихи. Мы не отбрасывали их или с ужасом перечитывали, что творится вообще-то в духовном мире. Наоборот, друзья, так говорят, просто для простого понимания. Вы знаете, когда проповедовали апостолы, помните, выяснилось, оказывается, Синедрион выяснил, что они люди не книжные. Знаете, что такое не книжные? Не ученые. Они не учились в раввинских школах, это были простые рыбаки. Но они так просто излагали евангельскую весть, что людям становилось все понятно. Они пребывали в учении апостолов постоянно, друзья. И я бы хотел, действительно, у нас есть сегодня большая возможность и читать духовную литературу. Я прочитал многие толкования на послание к римлянам. Ну, конечно, все они пишут хорошо, и Каргель прекрасно пишет, и Джон МакАртур пишет. И вот целая книга у меня есть для проповедников специально написана только по посланию к римлянам. Друзья, или почитайте Баркли. Настолько вот такой разнообразный. Но я бы хотел, чтобы мы упростили, да, спустились на Евангелие, спустились только на евангельское толкование, и тогда у нас не будет таких больших затруднительных вопросов. Седьмая, это одни из сложных глав, которые мы с вами избираем, разбираем. И мы пришли к такому выводу, дорогие друзья, что находясь во плоти, мы все-таки унаследовали от Адама, вот тот, как говорилось на разборе, закон греха и смерти. Закон очень простой. Возмездие за грех – смерть. Да? У Иакова немножко есть еще лучшее пояснение. Похоть, зачавший, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. И кто-то сказал, похоть – это бабушка смерти. Получается, да? Вот такой путь. Это закон, в котором мы с вами, собственно говоря, живем. Все живем. Все согрешили, все лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. Так говорит Священное Писание. И вот это вот от Адама, братья и сестры, вот эту часть адамовскую мы в себе носим. Ее носил в себе и святой апостол Павел. Друзья дорогие, когда он откровенно себя поставил на рассмотрение не только римской церкви, а церкви всех времен и народов, и говорит, бедный я человек, злого, доброго которого хочу, не делаю, а вот злое ко мне само идет. И мы с вами подробно-подробно рассматривали. И, знаете, друзья дорогие, он по внутреннему человеку находил удовольствие в законе Божьем. Видно, что он любил Слово Божие, любил закон. Но в членах моих противоборствующий закон. Дьявол нас соблазняет через плоть, через наши мысли греховные, через похоть очей, через гордость житейскую и так далее, друзья дорогие. И потом он, наконец, взывает к Богу в такой молитве и называет себя бедным человеком. Это очень правильная позиция, друзья дорогие. Это очень правильно, когда мы можем видеть себя,
и сказать: бедный человек, я грешен. Господи, я грешен. Однажды Петр так сказал: выйди от меня, я человек грешен. Братья и сестры, хотя это привилегия быть с Христом в одной лодке плавать, да? Нет, говорит, выйди от меня, я человек грешен. Бедный я человек. И вот задает этот вопрос: кто избавит меня от всего тела смерти? И 25 стих, это как прозрение. И он отвечает: благодарю Бога моего, Иисусом Христом. Братья и сестры, мы избавляемся от этого бремени Адама, которое мы унаследовали. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом. Здесь необычное выражение. Чем, кто избавит меня? Иисусом Христом мы имеем вот это избавление. И на прошлом четвертом библейском часе мы прочитали практически 11 стихов 8 главы, но немножечко коснулись. Я хотел бы сегодня подробно еще раз коснуться в простых таких моментах, чтобы нам было более понятно. Итак, мы читаем первые 4 стиха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Итак, ныне. Вот это слово «ныне» означает «сейчас» или «сегодня», братья и сестры. Вот сегодня, итак, сегодня вывод, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И здесь дважды встречается эта фраза, и во втором стихе, потому что закон духа и жизни во Христе Иисусе. Мы встречаемся здесь со вторым законом, законом духа и жизни. И этот закон, дорогие братья и сестры, закон духа и жизни, работает только в том случае, если Иисус Христос в нас. Точнее, дорогие друзья, если Дух Христов находится в нас. Мы читаем об этом в 9 стихе. Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это закон Духа и жизни. Христос в вас, Духом Святым. Если кто не имеет, не его. Братья и сестры, нет такого человека, который бы сказал: я покаялся, я принял святое водное крещение, но я еще не получил крещение Духом Святым. Не его. Так учит нас Священное Слово, Слово Божие. И мы с вами рассуждали о том, что сейчас есть многие духовные спекуляции, о том, что человек должен, когда покаяться, принять святое водное крещение, а потом еще какое-то иметь духовное переживание или второе рождение. Я помню, мы были на регенских курсах, в Москве учился. И там братья были с Молдавии, с церкви пятидесятников. И тогда у нас догматику преподавал Вальтер Артурович Мицкевич. Он задает вопрос: когда ты покаялся? Ну, я говорю, я так такого числа покаялся, допустим, в 73-м году. А когда принял крещение? Я говорю, в 77-м. Одного брата спрашивают: когда ты покаялся? Он говорит, в 77-м. А когда принял крещение? Он говорит, в 72-м. Он еще раз переспросил. Ну, мы потом все поняли, понимаете? То есть люди считают себя даже крещенными по вере, вступая в завет с Господом, но мы не имели Духа Святого. Я не получил никаких дарований, у меня не было залога Святого Духа или не было даров Святого Духа, понимаете? У него было второе переживание. На самом деле, вот это все время он не его был. Конечно, под вопросом ставится, а его ли сейчас? Потому что в день обращения к Господу, второе послание к Коринфянам апостол Павел пишет: никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Итак, дорогие друзья, первое, самое главное, это наличие присутствия в жизни нашей Духа Святого, третьей ипостаси или третьей личности Божества, которая, собственно говоря, по пророчеству Иисуса Христа, по Его сказанию, она должна была прийти в этот мир. И Господь очень много говорил об этом, знаете, когда был со своими учениками на последней вечере. Во Христе Иисусе. Во Христе, или есть еще выражение «Христос», говорит «Христос в нас» или «Христос в вас» упование славы. Эти слова особенно присущи апостолу Павлу, и Иоанн очень часто писал об этом. И сам Господь Иисус Христос очень много говорил об этом. Вот откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 15 глава, 4 по 7 стихи. 15 глава. Господь находится с своими учениками на Тайной вечере. И Он говорит: «Прибудьте во мне,
и я у вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Посмотрите, друзья, как много Господь говорил: пребудьте во мне, пребудьте в слове моем. Если не пребудете, то тот человек извергнется. Как это может получиться, дорогие друзья? Это когда в день святого обращения к Богу мы обращаемся к Нему и говорим: Господи, я каюсь пред Тобой во всех своих поступках и грехах. Я желаю, чтобы Ты вошел в мою жизнь и жил во мне. Знаете, когда у нас происходит здесь евангелизация, люди много выходят, вот сюда каются, да? Мы радуемся, стоим, молимся. И у нас со служителями вот такой возник вопрос. Мы слышим их молитвы, мы слышим их плач, раскаяние их слышим. Но важные слова, которые, если они не смогут сказать, душепопечитель обязан ему подсказать. Господи, войди в мою жизнь, войди в мое сердце. Приглашение это должен сделать сам этот человек, лично сам, хозяин, собственно говоря. Он брать свое «я» и пустить в сердце свое Господа. И поэтому Господь очень много говорит тем, которые во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. С Христом. Знаете, мы читаем такие слова, записанные, когда Господь был на Тайной вечере. Он давал обетование Святого Духа. И смотрите, есть очень интересные слова. Это 14 глава Иоанна, там, допустим, 16-17 стихи. 16-17 стихи. «И я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами и пребывает, и в вас будет». Братья и сестры, и Господь говорил: лучше я для вас, чтоб ушел. И посмотрите, сегодня третья ипостась Божества, Дух Святой у вас пребывает, во Христе. И смотрите, очень 20-19 еще прочитаем. «Еще немного, и мир, 18, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Друзья, вот здесь Господь открывал вот такую простую истину о Троице Святой. Узнаете, что я в Отце, вы во мне, и я в вас. Посредством вот этого Духа Святого, которое Господь обещал.